Не в лесу, а в областном центре 4 дня провели пассажиры рейса Иркутск-Усть-Кут-Бодайбо. Вылететь в пункт назначения у людей получилось только в минувшее воскресенье. Хотя изначально в билетах датой прибытия в город золотодобытчиков значилось 16 августа. Самолет совершил посадку в Усть-Куте, а затем полетел обратно в Иркутск. Почти сутки люди были вынуждены провести в здании аэропорта. Только спустя 24 часа им были представлены места в гостинице. В авиакомпании посоветовали пассажирам сдать билеты, но никто из ожидающих этого не сделал. Чтобы доставить в Бодайбо 38 человек, был организован дополнительный рейс. По закону, за столь длительную задержку вылета пассажиры могут рассчитывать на компенсацию. Правда, для этого им самим необходимо обратиться в авиакомпанию или в суд, если договориться с перевозчиком не получится.